Что, мотылика, разбирайте, ребят. Да, без разницы. Олег. Ну, глубоко, ну. Сейчас посчитаю. Раз. Два. Три. Четыре. Ну да, около 5 метров. Доброе утро. Ну пока еще нет. На окушках. Только приехали. Посмотрим. Нет, есть он. Он стоит. Ну здесь, кстати, еще лучше лунка. Вот это еще лучше лунка. Вот он где-то вот здесь вот. Вот где надо бурить орех. Вон там вот. Вот вот там бури. Саня, побери это. Ага. Так, руки у меня уже замерзают. Где, Коля, смотреть? Вот это, потом рядом это. Он выронил. А, он на дне лежит. А есть? Нет, есть. Вон он по бокам. Ну, есть много, да? Да, а вон он, видишь? Вон. Ага. Тут тоже нормальная лунка. Он, получается, свал, и на свале стоит. Вот здесь, да? Да. Ну во, сейчас попрет. Хрена здесь мельче насколько. Больше, чем на метр. А? На тульскую? Да берет, сразу вроде не хотел, а сейчас куда ему деваться? Раздраконил его.
выхлопными газами маленько подышать, а то, блядь, голова что-то кружится от свежего воздуха.